Ребята, а у нас уже 10 уровень, всего уровня 15. Давайте поедем в 10 уровень. Double Impossible Mega Ramp называется игрушка. Так, ну что, у нас... Подожди, так, это не надо мне реклама. 6 тысяч почти что. Я наверное, могу купить... Куда? Куда ты убежал? 4500, давайте. О, мы купили, ребятушки, мы купили вот такой вот автомобиль. Ё-моё. Так, назад сдаем. Вот как, смотри, нам на таком автобусе здесь проехать? Вопрос, да? Так, ну вроде бы едем. Вроде бы проезжаем. Ну, ё-моё, смотри, его колбасит как. Еще машинка там. Вот, да. Автобус транспортирует маленький автомобильчик какой-то. Ух ты, подожди, мы звездочку не взяли. Не получилось первый раз. Давайте этот самый. Нужно нам звездочку взять. Есть. Есть звездочка. Замечательно. За звездочек нам дают, ребята, деньги. Да. Чтобы мы смогли разблокировать новые автомобильчики. Так, едем. Аккуратно. Здесь поворачиваем. О, какой вот у нас автобус. Неповоротливый. Ну, кстати, на автобусе сложнее. В каком-то плане. Ну, есть место, где я развернулся, конечно, но это такая карта. Вот смотри. Они поставили звездочку вот в пропасть. Вопрос. Как я должен эту звездочку взять? Никак. Вообще никак. Ладно. Меньше звездочек соберем, ничего страшного. Так, проедем, не проедем, проедем, не проедем. А-а-а! Ё-моё, и тут, смотри, звезда в пропасти. Как-то почему? Зачем? Как и зачем мне так сделали? Ладно. С одной звездой проедем. Посмотрим, сколько денег нам дадут. Обычно где-то 800 очков нам выдают за каждый уровень. Сейчас посмотрим, сколько. 679. Ну, тоже нормально, в принципе. Почему бы и нет? 679. Одна звезда. Тоже пойдет. Так, давайте сыграем. Один против одного. Сейчас попробуем, если я его щелкну, конечно. Так, ждем, когда он сюда будет подъезжать. Есть! На! Смотри, он ничего не может сделать практически. Практически ничего. Ой-о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 й
конечно. Давайте, ребята, откроем сундук. Так, баллиста, ракетка и кобра удар. Авиаудар. Ладно, давайте двух против двух. Возьмем нашу. Так, а что здесь выбрать? Ну давайте авиаудар возьмем. Феникс. И поедем с Фениксом. С авиаударом. Ага. Так, все понятно. Поехали. Так, сейчас мы подъедем. Вот сюда. Так, авиаудар, пожалуйста. О-о-о, они тоже авиаудар. Они, у них тоже есть авиаудар. Ё-моё, надо поближе подъезжать. Значит, нам удачи не видать. Феникс против Феникса. Прикинь. А-а-а, уничтожили, меня уничтожили. Так, давай это, держись. Держись, чувак. Да, ё-моё, взорвали его. Ладно, сделаем по-другому тогда. Выберем другой танк. Я выберу Титан. Поехали на Титане. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Все, едем. На Титане. А, у меня маленький Джокер. Это друг. Так, он там стоит. Опа, на, получайте. Первый удар, второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, нифига сколько ракет, офигеть. Надо подлечиться, слушай. На, подожди, 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 подожди. Да, взорвали мы. А, двоих взорвали, нифига себе, круто. Молодцы, молодцы, мы победили. Ну что, ребятушки, давайте еще раз сыграем. Растение против зомби. И я играю сейчас с Пахом Кьюа. Да, Паха Кьюа. Так, кто у него там? О-о-о, у него там какие-то серьезные чуваки. А ну давайте тогда соберем сразу, возьмем вот этих чуваков. Горохострелов, чтобы с двух сторон они стреляли. Обязательно вот этих чуваков. Давайте орешков возьмем. Я бы еще такого взял бы за 150. Хотя, может быть, много монет у нас не будет. Ну да ладно. Так, ну давайте, значит, сразу построим
А, 550 монет нам дали. Угу. Кого здесь надо, ребятушки, сразу садить? А, горохострелов, чтобы они стреляли с двух сторон. Это обязательно. Так, деньги кончились, да? Это очень нехорошо. Давайте уберем тогда одного отсюда. Одного отсюда, одного отсюда. Посадим вот сюда одного и посадим подсолнушков с двух сторон. А здесь поставим мы с вами, ребята, вот таких чуваков. Все, поехали, я думаю. Может быть, справимся, а может быть, ребята, и нет. Ладно. Будем надеяться, что справимся. Надо будет... Так, чувак сюда пошел. О, это очень плохо. Давайте сразу поставим сюда кукурузку. Так, и потихонечку солнышками будем заселять. Заселять солнышками. Так, лечилку. Лечилочку мы поставили. Так, кого еще поставим сюда? Давай вот этого чувака сюда поставим. Ух ты, нифига. Прикольно, он сразу начал стрелять. Так, а этот тоже выстреливает прям. А почему раньше такого не было? Я не понял. Я бы их ставил бы тогда. В таком случае бы. Таким способом бы. Всех бы расфигачивали бы. Понятно, ладно. Ничего страшного. Что у нас тут еще? Я хочу этого, который стреляет огнем, поставить. Ё-моё, где он тут? Вот он есть. Давай, стреляй. Вот этих мы сейчас поднагрели. Так, и все, и все. Ой-ой-ой-ой, вот этот какой-то волшебник всех съедает. Как же мне тебя победить-то? Да, тяжелый случай, ребята, тяжелый случай. Слушай, вообще тяжелый случай. Давайте вот так вот постреляем. Все, отлично, отлично. Так, вот этот чувак тут стоит, что-то пригрелся. Давайте мы сделаем вот так вот. Вот так вот. Здесь поставим орешек. Потом здесь горохострелов сюда поставим. Все, мы этих уничтожили, гадов. Так, сюда можно... сюда подсолнышек поставим. Возьмем побольше. Так, 58 секунд, ребята, 58 секунд. Ё-моё. Что творится-то, а? Ага, так, у нас не хватает, у нас много чего не хватает. Давайте сюда горохострела поставим. Блин, он не смог их уничтожить, ё-моё, что же делать-то? Так, орешек сюда быстренько поставить надо. Такое все очень быстрое, ребята. Так, давайте еще побольше. Ой, хорошо. Так, и последний у нас удар еще останется. Так, 30 секунд у нас, ребята, 30 секунд. Там надо продержаться совсем немножечко. Давайте еще сделаем маслица на всех. Все, ждем. Ждем. Ёлки-палки. Что происходит, ребята? Так, орешек сюда поставим. 3 секундочки, я думаю, мы выиграем. Хорошо, что тут время хотя бы есть. Да, ребята, мы с вами выиграли. Я уже боялся, что проиграем, но нет. Мы выиграли. И получили какую-то конфету. Спасибо. Да. Как-то так, ребята. Как-то так. 1000 долларов. Покупаем энергию. На остатки мы ничего не можем купить. Ладно. Но энергии у меня дофигища. Поэтому... Теперь мы должны с вами, ребята, пройти спокойно уровень этот. И посмотреть, что будет там дальше за этим уровнем. Так, прошли библиотеку. Дальше идем. Так, вот этих охранников убиваем. Вот этих зомбарей тоже. Всех убивать надо. О, почему охранников с вами нету? Сами идут без охраны, представляешь? Потому что охрану, наверное, я убил. Так, вот водопадик. Водопадик, ребята, мы прошли. Так, дальше играем. А вот он у нас охранник шел. Охранник, кстати, тоже зомбарь. Представляешь? Одни зомби. Зомби. А там, смотри, сколько комнат сверху. Ну, на втором этаже. Да, энергии что-то мало. Но я думаю, мы пройдем сейчас.
Все, на улице уже. Ох ты, смотри, как стали мы быстро продвигаться. Ты понял? Продвигались же мы медленно, а сейчас прям очень-очень быстро. Все, прошли. Какой-то дом. Ох, нифига, я не знал, что здесь столько много коробок будет. Ладно, пробили коробки. Так, а вот и выход. Ой, нет, я не смог пройти, да как так? Чего мне не хватило-то? Может быть, скорости вращения меча? И можно броню еще будет купить? Ну, и тогда мы пройдем это точно. Играем танк Star. Звездные танки. Ага. И мы играем за такой вот маленький танк. Самый первый. Самый такой еще не прокачанный. Так, здесь встанем сейчас и попробуем в этого выстрелить. Опа! Отлично, отлично. Самонаведение у нее есть у ракетки. Вау-вау-вау-вау-вау! Смотри! Блин, нифига себе он меня поднабил. Ладно, сейчас я подъеду поближе к тебе. На, получай урончик, ударчик. Смотри, у него уже здоровья мало. Ух ты! Что это было? Ладно, сейчас мы тебя наведем сейчас сюда поближе. Вот так вот. Все, получай. Есть. Уничтожили мы его. Сколько дадут денег мне? Денег, денег, денег. 200, 200, ребята. Мы заработали 200, 200 монет. Теперь мы можем купить новый танк. Да, да, да. Поехали на таком Фросте. Фрост замораживатель. Танк Фрост. Это очень хорошо. Сейчас поедем, мы подъедем поближе. Так, все, максимально, сколько мы смогли подъехать, сколько и подъехали. Мы попробуем попасть в него. Опа! Заморозили мы его или нет? Нифига, нифига не заморозили. Ладно. Что он хочет сделать? А, промахнулся, смотри, да? Да. Точно. Хорошо. Сейчас я тебя щелкну, подожди. Получи. Ударчик. А, мы заморозили его, смотри. Мы его заморозили. Теперь будем стрелять. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О! В смысле, я тоже получил урон, да? Ну хорошо, что я не взорвался, не погиб. 200 монет мы заработали. Ну, в принципе, игрушка интересная. Если нравится, то ставь лайк.